Что-то у нас какая-то беда возле парка Летнего. Вот Стелла вход стоит. А, что-то жгут. Пойдем узнать, там человек есть у нас. Граждане, а вы что тут делаете, а? Проводочки жгете, что ли? Да, где проводочки-то взяли? Ну, а вы что, больше нигде не придумали их жечь? Да, да, конечно, да. Это же нормально, да? Не пожары, ничего не будет. Вы сами себя слышите, мужчина? Слышу. Давайте тушите сейчас. Да, вот, сейчас тушите, пожалуйста. Мы загреблись по вашим пожарам, этим ездить. Нашли место. Здесь сушника сколько, вон травы. Мы же рядом стоим. Да чего вы рядом стоите? С этого, вот, с этих слов начинаются все приключения. Что может быть, что может пойти не так? А вонище ничего, что вот на жилые районы. Вон мы едем по трассе, я вас увидел. Вонище этой оплетки идет. Вас это не волнует, что люди там, дети, вон дома жилые. Вам-то похер на свое здоровье, я так там, понимаю. Там, да, конечно, с дороги он на машине вас увидел. Кодяк стоит такой, что. Все раздувает, вон. Снегом засыпьте сейчас все, пожалуйста. Не надо мне по одной палке этой убирать. Вот это место намоленное. Здесь они жгут, вот смотрите, видите, вот, это, вот отошли от них, вот здесь то же самое место для аутодафеи. Здесь вот жгут, и везде вот эти пятна идут, вот они. Металлисты все обжигают. Несколько лет назад тоже мужика вот здесь ловили. Вот, 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 видите, все. Здесь камыш, потом все это горит. Надо как-то обратить на это внимание. На это место они, я смотрю, здесь у них излюбленные. Вон они там, винтик и шпунтик. Вонище, вот вон жилые дома, вон там васильевские дома. Через дорогу такая вонь. Мы мимо просто ехали и увидели. Вот ты не слышишь меня, да?